Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот мотобуксировщик. Сделан он на базе широкой гусеницы. Гусеница 500 мм. Длина сейчас точно не скажу. Но длина всей рамы где-то 1,10 м, 1,20 м. Вариатор Safari, вот такой вот мотор 18,5 сил. Катки у нас подпружиненные, как на Буране. У нас таких катка 3, то есть 3 тележки, на каждой тележке по 4 катка. Катки с пробочками такими, туда заливается масло, смазываются подшипники. Мотор 18,5 сил. Конечно, сюда хватило бы и 13, и 15, но у нас этот мотор был, поэтому поставили мы его. Он у нас даже еще с электростартером. Ну, можно, нужно еще поставить аккумулятор, чтобы он заводился со стартера. Так нам вполне достаточно обычного кикстартера. Вот такой вот багажный отсек. Можно сюда складывать какие-нибудь вещи для рыбалки. Вот такой у нас штурвал управления. Он складывается, чтобы было покомпактнее. Вот сзади вот такие вот сани большие. Ну, втроем, четвером можно на них сесть. Вот так открывается. Тоже вещевой рундук. Сани из профильной трубы сварены. Вот такое дышло мощное. Ну, сюда, конечно, бы еще брызговичок поставить, потому что снег летит из-под гусеницы. Гусеница шипованная. Вот. Видно. Гнезда это очень, кстати, даже актуально. Ну, вот такой вот получился у нас мотобуксировщик. Если кого-то заинтересовала такая тема, то он в свободной продаже, можете приобрести. Мастерская находится в Астраханской области. Транспортной компании отправим в любой регион.